Новые газомоторные комбайны у акционерное товариство «Гомель-Абл-Агросервис» привезли напередодні. На предприятии перед отправкой у господарки яны прошли техническое обслуговывание. Правда, никаких значных работ не проводили. По словам специалистов агросервиса, это вельми добрая и надежная машина. До того же, вельми комфортабельная. У минулом годе газомоторные комбайны проходили апробацию на палетках Гомельского района. Сёлета такие машины отрымают так само господарки Добрушского, Будокашалёвского, Ветковского, Речицкого, Ельского и Калинковицкого районов. Причем на место их доставят специалисты Гомель-Абл-Агросервиса. Предложили новый вид услуги. Мы, наши специалисты, перегонят комбайны непосредственно в само хозяйство. И там на месте передадут механизаторам с обучением дополнительным, с какими-то консультациями, чтобы комбайн непосредственно уже сразу же ушел работать в поле. Они заправлены, они обслужены, они готовы работать и выполнять свои функции. Покуль газомоторные комбайны выкарыстовываются только у Гомельской области. Яны прикладно на 7-8% дорожейшие за звычайные аналоги, але дают значную экономию на паливе. Коли на дизеле затраты на уборку одной тонны сборжа складают 8 рублей 20 копеек, то на газе 3 рубля 30 копеек. Причем одной заправки хапая на 10 годин працы. Заправка происходит рано утром, в то время, когда еще нельзя работать в поле. Вот. И, естественно, поздно, вечером, когда уже комбайны становятся, прекращают свою работу. Поэтому здесь именно как заправка это не лимитирует наших работников. Обновлением техничного парку облвыконкам мае намер займаться и далей. Причем разом со звычайными у господарки будут поставляться и газомоторные комбайны, что дозволить повысить темпы уборки и снизить нагрузку на технику. До речи, по стане на сегодняшнюю раницу зерневые культуры на Гомельщине были убраны на 40% площадь. Агульный намолот амаль 400 тысяч тонн. У нас большое количество комбайнов, которые сегодня стоят, это уже комбайны техника под списание. Мы уже разработали, написали, ее восстановление очень дорого затратно. И вот сегодняшний день показывает, что если правильно организовать работы, то той техники, которая у нас на сегодняшний день есть, и если мы надеемся, не будем забегать вперед, в следующем году нам удастся еще проработать покупку комбайнов, то будет намного проще и быстрее, потому что все равно нагрузка на гектар, на комбайн уборки, параду району заходит до 350-370, это много. Олег Сенцюров, Алена Василюк, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».